Командующий первым армейским корпусом так называемой Донецкой республики генерал-майор Роман Кутузов был уничтожен в Луганской области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Кутузов с позывным «Туман» был убит точным артиллерийским ударом украинской армии в населенном пункте Николаевка, когда лично руководил войсками в направлении Лисичанск-Бахмут. До того, как возглавить армию так называемой ДНР, Кутузов в 2017 году командовал 5-й армией, в 2019 году 29-й армией России. Кутузов был известен своей жестокостью, относился к личному составу как к пушечному мясу, а это негативно сказывалось на морально-психологическом состоянии военнослужащих.